5 воспитанников, среди которых 9 кандидатов в мастера спорта, 44 спортсмена первого разряда и 254 спортсмена массовых разрядов. Ждем от вас новых побед и достижений. С праздником, спортивная гордость Анапы! Первомайскую демонстрацию продолжает колонна детско-юношеской спортивной школы номер 4 во главе с бессменным директором, заслуженным работником физкультуры и спорта Кубани Расимом Насиповичем Аскеровым. С момента открытия школа входит в пятерку сильнейших спортшкол Краснодарского края. Ее девиз и принцип работы – бороться, учиться, побеждать и не сдаваться. На протяжении 4 последних лет школа является бесспорным лидером на Кубани среди учреждений дополнительного образования спортивной направленности. Один из слагаемых успехов школы – это высокий профессиональный уровень коллектива. Сегодня учебно-тренировочная база состоит из 20 спортивных залов в 13 отделениях. Премудрости самбо, дзюдо, хоккей на траве, тяжелые атлетики осваивают 1810 мальчишек и девчонок, которыми занимаются 26 тренеров-преподавателей. Среди них заслуженный тренер России, 7 имеет высшую квалификационную категорию, 6 первую, за 17 лет подготовлен, заслуженный мастер спорта России, 78 мастеров спорта, 289 кандидатов в мастера спорта и более 4000 массовых разрядов. А мы встречаем колонну детско-юношеской спортивной школы номер...